21 января 2018 года на вебинаре было объявлено, что компании WebScore прошли изменения, и для того, чтобы выводить деньги с компании, вы должны делать 5000 трафик баллов за неделю. Как набрать 5000 трафик баллов за неделю, я вам сейчас покажу. Трафик баллы – это баллы со структуры. То есть теперь приглашения в компанию для заработка обязательны. Вы знаете, что это доход без вложений. И это всегда так было, и это так всегда будет. Поэтому приглашать все-таки можно. Тем более WebScore работает с 2015 года, и он показал свою стабильность. Поэтому люди, которые приходят сюда и делают приглашения, они всегда эту команду сохраняют и создают себе базу для пассивного дохода. И этот доход компания выводит. Итак, как сделать? В идеальном варианте это работает по формуле «пригласи 5 друзей». То есть вы пригласили 5 друзей, вы знаете, что нам за вход в игру, это еженедельная игра, и каждую неделю обязательно ваши друзья и вы сами должны войти на сайт. За вход, за первый вход в игру, за старт в новой игре еженедельной дают с первой линии 50 баллов, со второй 40 и с третьей 30 баллов. Таким образом, если вы пригласили 5 друзей, баллы за игру первого уровня 50 баллов, вы уже получаете 250 баллов и у вас в команде 5 друзей. Далее эти ваши 5 друзей тоже приглашают 5 друзей. Для вас это будет второй уровень. Здесь начисление 40 баллов и у вас уже 1000 баллов. И у вас уже в команде 25 человек. Эти 25 также приглашают 5 человек. По 5 человек, да? На третьем уровне по 30 баллов. И это 3750 баллов. И у вас 125 человек в команде. И вы сделали эти необходимые 5000 трафик баллов. Их надо делать каждую неделю. То есть эти 125 человек должны входить в игру каждую неделю. Понятно, что это идеальная формула. Кто-то забыл, кто-то заболел, кто-то еще что-то. Поэтому мы всем рекомендуем приглашать не по 5, а по 10 человек. Тогда у вас гарантия того, что 5000 баллов у вас будет, это точно всегда сработает. Перейдем на сайт. На сайте вы можете, как всегда, в игре «Мастер» найти мою визитку и кликнуть на ссылку. Это блог, который я веду для всех участников WebScore, для тех, кто желает смотреть. На странице новости я всегда даю информацию. Пожалуйста, следите. Здесь есть и короткая информация по вебинару. И в доходе также внесены изменения. Пожалуйста, прочтите. По стрелочке вернитесь на сайт. В дополнение к трафик баллам вы также можете продолжать кликать и набирать больше баллов. Но клик, как вы теперь понимаете, вот по верхним баннерам, да, или же по боковым баннерам вы переходите. Вот ваша визитка, вот сумма вашего денежного приза. Чтобы кликать по боковым баннерам, вы нажимаете на свою фотографию. Это так называемая ваша страница захвата. Здесь вся информация есть по WebScore, здесь есть регистрация. И здесь есть текст, который вы можете корректировать. И боковые баннеры, это как раз вот кликать по этим боковым баннерам и тоже получать здесь доход. Когда вы кликаете, не забывайте закрывать вкладочку. И тоже закрыли вкладочку и закрыли здесь. И вот вы остались на сайте. То есть верхние баннеры, боковые баннеры, я вам показала, как кликать, да? Это у нас команда здесь, да, мы видим. Переход на игры, это мастер игра. И нижняя кнопка, это игра с накоплением баллов. Баллы теперь купят только те, кто выполняет условия по набору 5000 трафик баллов. То есть 5000 трафик баллов – это обязательное условие для всех для заработка. Где мы проверяем эти 5000 баллов? Нажимаете на эту синюю кнопку. Сегодня понедельник, игра только стартовала. И поэтому здесь у меня значение еще очень маленькое.
И главное, чтобы вот здесь за неделю было 5000 трафик баллов, да? Итак, вот так нажимаете, снова нажимаете, и вы видите, сколько у вас на первом уровне, на втором, на третьем, и сколько у вас всего баллов, да? Здесь должно быть 5000 баллов, напоминаю вам. Клики все, в том числе и по этим баннерам, делайте, потому что это дополнительные баллы. Основными баллами, повторяю, являются открыли, кликнули и закрыли вот так галочку. Теперь являются баллы, трафик-баллы, то есть баллы за структуру. То есть сейчас вы вскоре приглашать обязательно. И если вы хотите зарабатывать вот в этой игре, да, то у вас баллы будут копиться только тогда, когда вы обеспечите 5000 трафик-баллов за неделю. За неделю. То есть каждую неделю вы должны делать эти 5000 трафик-баллов. Здесь у вас бывают и ладошки, и много баннеров. Сайт будет постоянно обновляться. В марте мы ждем мобильную версию сайта. Также будут добавлены сервера. Что касается по выплатам, которые ранее были заработаны, вот давайте я вам покажу провел, то есть где наш кошелек. Наш кошелек здесь, вот, вот он наш кошелек. Деньги выводятся вот с этой зеленой полосы. За прошлую игру мне дали только 43 доллара. Вот они в режиме ожидания. В среду они переходят на зеленую полосу и можно будет выводить на любой вариант, который мне удобен, да, который вам удобен, да. Каждый выводит на тот вариант, который удобен. Напомню, что если вы, допустим, биткоин нажимаете, здесь ставите номер кошелька, тот, который у вас есть, с которым вы привыкли работать, да. Биткоин кошелек здесь ставите, а здесь вы ставите пароль от WebScore. И здесь сумму, которая у вас на зеленой полосе, минус 3 доллара, потому что 3 доллара с вас возьмут за транзакцию. Это плата за транзакцию. Минимальная сумма вывода 25 долларов. То есть, если у вас на зеленой полосе 25 всего, то у вас выплата не пройдет, потому что для того, чтобы выплату сделать, надо 25 плюс 3, 28, чтобы у вас минимальная здесь была. Те деньги, которые у нас были до 2018 года, да, заработаны, вот если мы вот так Zend уже подводим, то они вот здесь находятся. Эти деньги компания зафиксировала, и она обещает их выплатить в течение 2018 года, потому что нужен источник для выплаты этих денег. И компания планирует после запуска мобильной версии. Также вот здесь обратите внимание, у нас будет... То есть у нас две игры, да, это игра накопительными баллами, это недельная игра для мастер WebScore, и будет еще игра акулы бизнеса, это будет платная игра. И когда придет платная игра, тогда рекламодатели будут покупать рекламу, будут выставлять свои баннеры, и это будет являться источником, да, источником для выплат. Платную игру придут физические лица, и также придут сюда реальные рекламодатели. Источник выплат здесь от рекламы. Пока вы видите только тестируемую версию сайта, да? Пока нет рекламных баннеров. Все, что вы видите, вот переключая, это тестовые баннеры для прогонки, для прокрутки сайта. После старта мобильной версии, после запуска платной версии игры, только тогда появится источник для выплат. Пока мы тестируем. Но компания сейчас в 2018 году платит за счет денег, которые направлены на запуск сайта. Да? То есть всегда инвесторы направляют часть средств для запуска сайта. И в настоящее время нам платят именно из этого. Да? Источник выплат в настоящее время – это запуск сайта. Это деньги от инвесторов, а не от рекламодателей. Только после того, как запуск состоится, деньги пойдут от рекламодателей и будет погашена вся та задолженность, которая накопилась до момента перехода вот на текущие выплаты на криптовалюту. Для создания 5000 трафик-баллов
надо будет создавать аккаунты, и компания строго поставит контроль. Вы не сможете делать мнимые лживые аккаунты. Вас за это удалят сразу. И, естественно, все ваши лживые аккаунты будут удалены. Поэтому компания строго будет следить за тем, чтобы вы делали приглашения реальных, живых своих рефералов, своих друзей, знакомых, а может и незнакомых, потому что это всемирная площадка. И, как сейчас говорят, это тусовка друзей. Потому что очень скоро здесь будет новая версия чата. Вот здесь будет огонек рядом с вашей фотографией. Будет новая версия чата, и вы сможете общаться еще здесь совершенно бесплатно. Также уже сейчас, создавая свое продвижение, вы можете вот здесь, вот вы видите человечек тут. Здесь видно, сколько баллов, когда и за что нам дают. Вот так подводите. Здесь обязательно поставьте свою уникальную фотографию или уникальную картинку, потому что система вас распознает по фотографии. Если картинки начинают повторяться, этот аккаунт сразу признается мнимым или фиктивным. Поэтому ваша фотография должна быть уникальна. И здесь вы можете поставить тот интернет-ресурс, ссылку на тот сайт или видео, которые вы желаете здесь прорекламировать или предложить к просмотру. И также вы можете написать несколько слов на латинице или на английском языке. Сайт американской компании, он работает по времени в Лос-Анджелес. И когда в Лос-Анджелес 00, времени каждый понедельник, в Москве это 11 утра, идет обновление игры. Вот видите, мы сейчас с вами увидели, как на сайт вышли ладошки, за которые тоже дают баллы, и баннер. Вот давайте кликнем на ладошки. Кликаю. Видите, идут баллы. И еще раз кликнем. Еще раз напоминаю, это тестируемые странички, да? Это не реклама, не реальные рекламодатели, а это просто тестовые странички. Рекламные. Мы тестируем сайт. Здесь закрываете вкладочку и обязательно обновление делаете. Чаще обновляйте сайт, тогда вы чаще видите, увидите свою информацию. Для перехода на главную страничку нажимаете Zendush, кликайте на ладошки в ленте, да, вот эта новостная лента наша. Давайте посмотрим, сколько баллов теперь. Нажмем на этот синий квадратик. Видите, уже 4270, то есть до 5000 осталось немного. Люди заходят, и это число растет. Кликайте на все, что кликабельно в ленте, да, вот в этой ленте. Вот ладошки появились, кликайте. Также в ленте появляются баннеры. Но напоминаю, что это пока тестовые баннеры, да. Это не баннеры рекламодателей, а это баннеры для того, чтобы мы протестировали сайт. Нажимаем. Нам достаточно кликнуть и закрыть. И обязательно обновляйте, да, страницу. Вот видите, идут баллы за структуру. Вот там, где третий уровень, они мне сейчас сразу в актив считаются, да. А там, где глубина, то еще я не достигла, да. Потому что для того, чтобы достичь глубины, надо сначала набрать 25 тысяч баллов, потом 50 тысяч баллов. Я потом сделаю отдельное видео. Но у всех идут баллы с трех уровней. С первого, со второго и третьего уровня. Поэтому вот здесь, когда вы видите уровень, эти баллы, они идут вот в актив сразу тех 5000 баллов, трафик баллов, которые вам необходимы для того, чтобы зарабатывать и выводить деньги с WaveScore, начиная с 22 января 2018 года. Так, вот трафик, баллы растут, вот эта позиция. И осталось немного до 5000. И сегодня только понедельник, да? Вот недавно я только зашла на сайт. И вот мы нажали с вами на синюю кнопку. И вы видите, что трафик, баллы вот более 5000, да? 5050. То есть вам надо набрать всего 5000 баллов. Я прямо при вас их набрала, то есть это сделать может каждый, это сделать легко.
Вот, вы можете прям по уровням посмотреть, да, каким образом это сложилось. Вот на первом уровне 30, на втором 43, на третьем 61. В итоге 5050. Я желаю вам успехов. Вот скоро очень удобная, хорошая платформа для интернет-заработка без вложений. Для тех, кто пожелает зарабатывать здесь очень большие деньги, здесь будет платная версия. Но бесплатные две игры останутся здесь всегда для любого желающего. Еще раз желаю вам удачи!